доброго вечера. Приятного аппетита! С Новым годом! С новым счастьем! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Налика, без налика, бабла и добра! Побольше, побольше. Вчера мы, конечно, повеселились классно. Это такое чувство, что два обходят. Чего только вчера не было. Сколько людей вчера было, вы даже себе не представляете. В плане встречи на знакомых, друзей, родственников. Мы понаехали. С Кипра даже люди приехали. С Кипра, представляете? В Карелию. На Новый год. Новая чашечка у меня подаренная. Но мукбанг, не знаю, что-то у меня настроение на еду пропадает потихоньку. Курица и салат оливье. Это салат с селедкой под шубой, да, прошлогодние салатики самые вкусные. Левки отложила кусочек, он взял, говорит, а греть можно, а греть нельзя. Он обратно переложил, сейчас заберется. Что-то тупим мы с утра, да, сынок? Вот, проснулись и подтупливаем. Итак, как вчера все было? Было потрясающе. Кое-кого не хватало, конечно, но что поделать. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка. Позвони, расскажи, как ты без меня, милый мой мальчик мой, как дела? И что у нас, значит, было? Собрались. Как всегда, мы садимся за стол, чтобы отмечать Новый год. Не вот как вот все, наверное, люди, как это происходит? Я просто Новый год всегда отмечала в семье, поэтому я не знаю, ну, семейный же праздник, правильно? Что там садятся за стол, долго кушают, потом глава государства всех поздравляет, хватит шампанское выпивают. Ну, вот такая вот, да, схема, у нас же так. Все бегают, суетятся. Я вообще подарки вчера покупала, кстати, момент. Все бегают, суетятся, еще готовят. Да, готовимся. Курица в духовке, гуся вчера Катя делала. Гуся, салаты, все вот это делалось вчера. И... Я половину 12-го, даже без 20-12, я только волосы сушила, еще сушила волосы, блин, прискакала в Кате, мы у Кати там собираемся. Много места здесь уже, у нас было много, мы у Кати, не у родителей. А Катя живет рядышком на площадке, Катя и брат, в одной площадке мы живем. Вот, и прибежала, и там уже все, ты где? Я говорю, да я тут, а тут, а я просто, просто как всегда. Что-то упало на меня. Все, взял салатик, разогрел. Салатик разогрел. Ну и пока накладывала себе, уже гусь был. Гусь это или утка, я не понимаю. Гусь. Гусь был, да, у нас. Печеный, тушеный гусь. Уронил. Что ты уронил? Что ты уронил? Хлеб? Хлеб уронил. Да. Был гусь. Три раза сказал гусь или четыре. Пока гуся ела, Владимир Владимирович уже за спиной. Уважаемые россияне, так это не его фраза. Владимир Владимирович уже стал речи свои вести за спиной. Кстати, обратили внимание, президент, по-моему, в бронежилете. Ну, по-моему. И пальто у него такое классное. Я вчера залипала на пальто Владимира Владимировича. Пальто изумительное. Армани минимум. Желаний было в этом году два. Не знаю, исполнится или не исполнится. Желаний было два. И не могла определиться, какой из них важнее. Заказала. Загадала два, надеюсь, может, а вдруг. Ну, а вдруг. Или Дедушка Мороз выберет сам. Если одно исполнится просто так, благодаря Дедушке Морозу, то другое будем добиваться. Поэтому, как бы, туда-сюда. Если не исполнится ни одно, то добиваться придется два. А если два, то вообще изи-катка. Ой. Владимир Владимирович сказал речь, стали дарить подарки. Подарки я покупала, блин, как вручала я свои подарки, это у Даши на телефоне. Она меня не скинула, я уже скинула в YouTube. Подарки у меня были чисто символические. Вискарь мужчинам купила по бутылке, там нарядные бутылки из попсикола, вот такой вот, знаете, просто презент. Девчонкам там наборы для по уходу за там волосами, по-моему, или телом, не помню. Папе кофе и гора сладкого. Маме чё? Чё маме-то забыла? Ты чё, блин, Кира?
маме полотенца всякие разноцветные. И это, и сладкий набор чая. Ну и, конечно же, самый главный приз, тот, который не чисто символический, это я своему ребенку подарила сумму денег. Почему так, почему не что-нибудь? Потому что ему они сейчас нужны, он копит на одно очень важное дело. И у него, кстати, столько бабла, и уже я занимаю иногда. Реально серьезную сумму можно занять у ребенка. Потом, естественно, отдать. Вот, и пили, ели, алкоголя было немного у нас. Где-то две, по-моему, бутылки. Две или три бутылки шампанского на большую компанию. У нас было хорошее настроение, дискотека 80-х. Мы плясали, танцевали, зажигали под елочкой. Не хочу. Зажигали под елочкой, потом в 3 часа. В 3 часа. Это не мукбанг тогда, да? Пошли, даже не пошли. В том году мы собирались идти салют смотреть. Салют смотреть. И так долго собирались, так долго одевались, что... Как пришли, только вдалеке видели остатки салюта. Салют закончился. В этом году история практически повторилась. Пока одевались, я зашла домой, накрасилась так, девчонки еще тоже там волосы свои это, кто в чем пойдет, решали долго и упорно. А я уже накрасилась, прихожу. Время без 47 минут. А нам идти 1,5-2 км. Точно не знаю. Нам идти долго. Я говорю, мы не успеваем. И тут у меня брательник, просто брат, ты вообще космос, такси вызвал. Мы сели на такси еще. Говорит, а сколько сейчас у нас такси будет стоить? Обычно же сотка всего лишь по поселку. Я такая думаю, ну, 300 рублей, наверное. В Новый год же, по-любому. Ну, люди должны зарабатывать как-то. Почему бы не в Новый год? Таксист такой, подорожало, 150 всего лишь. 150 с Нового года. И вот только мы пришли, пиу-пиу, салют начался, засняли. По-моему, мы там были самые танцующие на этой дискотеке, блин, прыгали, плясали, кричали «Дед Мороза». Вот Катя, я, Даша, Сережа. И пришли, буквально как мы пришли, пришла моя двоюродная сестра, троюродная сестра, как мы выяснили, со своим мужем и с подругой из Питера. Они приехали с Кипра, и подруга из Санкт-Петербурга, они приехали сюда, в Карелию, под нашу елочку Новый год встречать. Ольга с Андреем как бы привычные уже, но они, Ольга здесь родилась, Андрей уже был много раз. А девчонка Елена, такая, блин, говорит, у вас даже асфальта нет. Да, все замело, такая, типа, так классно, ну, понравилось очень. Девчонки, подзамерзла, правда, ну, ничего. Потом согрелись, пошли. У нас был что? Бутылка шампанского с собой. Сеструха давно не виделись, 5 лет. Ну, бутылку шампанского выпили. Под елкой поплясали, решили продолжить это мероприятие. И пошли в наш местный бар РСУ. Кстати, на удивление никого не было. Там одна какая-то пьяная компания, двое человек, и все. Пришли в бар. Там посидели, еще поразговаривали. Знаете, о чем? Думала о жизни, о бензине, о футболе хотя бы. Нет, о работе. Аудитор, юрист сидят, та-та-та-та-та-та-та, зацепились. Как лучше? Какая судебная практика? Как решить там в один важнейший вопрос там, с ТСЖ? И вот так вот сидели, общались на эту тему. Ну и потом время уже 5 часов, пора закрываться. Заведение сказало, все, до свидания. Пошли по домам, разошлись. Но... Впечатление было масса. Сеструху столько не видеть, конечно. У меня еще одна сестра, Яна. Ее родная сестра, Ольга, сестра Яна. Она решила остаться в Санкт-Петербурге встречать Новый год. Не приехала сюда. Ну, хозяин, барин, что такое. А, блин, не хочу есть. Вроде все хорошо, все отлично, но не все хорошо. Не до конца. У Левки случилось такое. Вообще. И ребенка... Первый раз таким видела. Он вырос. Какие чувства он сейчас испытывает, какие эмоции. Амур, амур. Это амур крыльями машет, да? Не буду рассказывать. Не моя, не мне и это, да? Ну, это прям...
И главное, у нас с ним вот это вот такая вот на эту тему общения. Ну, чё, как, почему, вот это вот все, это доверительные отношения. Очень хочется ребенка в этом плане поддержать. Ноготь, смотрите, он. Не успели вчера нарастить. Хочется в этом плане ребенка поддержать. Не хочу ничего. Не проснулась, наверное, еще не лезет. И он как бы тянется. А больше ничего. А! Забыла сказать там важный момент. Не то, что важно, просто что еще делать, пропустила момент. Пока плясали мои, я сходила к свекрови рядышком. Ну, бывшей свекрови уже получается, а? Ну, как бы я люблю и уважаю этого человека. Я зашла к ней, поздоровались, выпили тоже шампанского по бокальчику. Поболтали. Соскучились друг по другу, обнимашки, мимо, целовашки такие были. Классная женщина. Ничего такого не рассказывали о той случившейся жизненной ситуации, которая осталась в прошлом. Нет. Как дела у меня, как дела у нее, что нового здесь, что нового там, где, что вообще в поселке происходит. И вот так. С Новым годом, ну, подарила апельсинчики, естественно, маленькие. И вот так. Говорит, заходи. Я, окей. Легла спать, было темно. Проснулась темно. Карелия, да? Время 4 часа. Что делать, что делать? Сейчас надо будить сеструху. Должна к нам в гости прийти. 1 января. Дискотека и все остальное продолжается. Позвони, расскажи, как ты без меня, милый мальчик мой, по-другому. Давайте, ребята, до следующего мукбанка. Всем хорошего дня, настроения, с Новым годом, еще раз с новым счастьем. Простите, что такие задержки в видеоролике, сами понимаете, тут до сюда подарки, вот эта вот вся вот канитель, канифоль, было не до этого абсолютно. Теперь мы вышли в выходные у нас, получается, у всей страны, и будем что-то с вами записывать, что-то делать, как-то, ну, вот, развиваться дальше. Надеюсь, хотя бы обстановку сменить, что-то уже поднадоело. Все, давайте. Пока-пока.